Были медики, да, был отец, он работал долгое очень время на скорой помощи, был фельдшером также. Вот. Ну и впоследствии уже мама моя тоже, она отучилась на фармацевта, и сейчас в данный момент работает фармацевтом в аптеке. Mm-hmm. Вот. Ну и, наверное, как бы вот, смотря там, на отца в какой-то мере, захотел стать тем, кем являюсь. Приехал я в Новосибирск около 2 лет назад, перебрался окончательно. Переехал из города Черемхово Иркутской области. Учился, заканчивал там Черемховский медицинский техникум, уже сейчас он называется. Вот. Работал в родном городе, наверное, около года. На станции также скажу помощью, вот, а впоследствии уже перебрался сюда. В процессе, наверное, самой учебы формировалось вот какое-то такое вот желание именно на скорой работе, потому что периодически бываешь на тех или иных практиках, так называемых, то есть в различных лечебных учреждениях. Какой-то уже производишь некий анализ, какую-то дифференцировку для себя делаешь. Вот. Ну и, соответственно, уже на этом этапе определяешь, что тебе более по душе. Вот. Ну и, наверное, мне вот по душе как раз вот скорая помощь. Ну, наверное, какая-то вот такая вот динамика, да, то есть мобильность, экстренность. Да, да, то есть от тебя уже зависит быстрота принятия решений и оказания неотложной помощи. То есть нет времени, так сказать, мешкаться. Зависит все, скажем так, от степени тяжести вызова того или иного. То есть, опять же, есть же классификация там, по степени тяжести, да, то есть какой вызов там в приоритете. Вот. И так как я сейчас работаю на бригаде, то часто сталкиваюсь с тем, что даются вызовы как раз таки достаточно тяжелые по своему состоянию, скажем так, степени тяжести. И, конечно, на эти вызова ты стараешься ехать максимально быстро, то есть это же опять все зависит от водителя, от его профессионализма. Да, и сам, ну, наверное, не можешь оставаться равнодушным, каким-то таким спокойным по отношению к этому. Все равно есть какой-то некий трепет перед ожидающим тебя вот именно там, на вызове. И это все обычно называется.